Привет, с вами Александр Бухонин, это дневник Каюра. Вот, у нас выпал здесь снег. Снега много, достаточно, сантиметров 20. Вот, и значит, что случилось? Вулкан, коты, короче, не могут убегать от вулкана теперь. Он их настигает. Вот пришлось ему, короче, надеть намордник. Вот, смотрите, что он делает, вот. Вот, но этот намордник еще ему идет и как маска тренировочная, то есть он ртом не дышит, полные такие вдохи не делает, как, знаете, вот если боксеры тренируются, там у них маски вот кислородными глазами, вот так вот он, короче, у нас бегает. Все, не забывайте ставить лайки, вот, и подписываться на инстаграм Бухладеш. Листовый. Может быть, не ответишь, что вспоминаешь ты, или